Европейское космическое агентство запустило в космос первый из 6 спутников проекта «Коперник». Он будет поставлять специалистам высокоточные изображения в случае природных катастроф и сможет помочь, к примеру, в поисках пропавшего самолета. А также позволит наблюдать за таянием льдов, разливами нефти и сельхозугодьями, зафиксировать надвигающиеся наводнения и землетрясения. До 2020 года в проект «Коперник» планируется вложить около 8,5 миллиардов евро. В Европейском космическом агентстве его называют одним из самых амбициозных в истории исследования Земли. Фотографии, полученные из космоса, можно будет бесплатно скачивать в сети.